Добрый день, с вами Аграфина Макономагика. Достаточно подробно обо мне можно узнать на моем сайте. Под этим видео ссылки на мои соцсети Аграфина Таро, Аграфина Мах, Инстаграм, Ютуб, Телеграм-канал. Сегодня гадание по знакам зодиака. Неделя с 8 по 14 мая. Напоминаю, что каждый из нас находится под воздействием астрологических аспектов, кометы, планеты, звезды, которые привносят в нашу жизнь здоровье, эмоции, внешние события, определенное влияние. Каждое утро мы просыпаемся, потому что мы подчинены ритму Солнца, в первую очередь. Итак, неделя, первая половина знаком зодиака. Это рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Смотрим, как влияют именно эти аспекты. Это не все, что на нас влияет. Есть еще родовая история и работа над собой. Помним, что мы также творцы своей судьбы, в том числе. Но внешнее влияние смотрим. Итак, рыба. С чем она входит в эту неделю? Ничего не успевает, спешит. В итоге возможны конфликты в партнерствах. Это не только в любовных, семейных, а и в каких-то творческих, рабочих союзах. Развиваются как бы на две части. Да, и туда не поспевают. Либо есть противоречия какие-то, и туда, и сюда, и черное, и белое. Так. По работе, вашей сфера ваших денег, правосудие, вернее, справедливость. Принимайте взвешенные решения, также некое оформление возможно, какие-то документы, подписи, договора, также суды в вашу пользу. Ну и также совет, что хорошо подумайте, взвесьте за и против. Когда вы в целом карта благоприятная для разного рода переговоров, собеседований. Ваш социум в окружении, яркий мужчина, яркое событие, встреча с интересной личностью. Также возможен какой-то посещение какого-то интересного светского события, короче. Это то, что яркое, то, что всегда привлекает, это человек, мужчина-праздник. Однако, если у вас какие-то серьезные важные моменты, связанные с правилами, правосудием, то король жезлов это скорее подталкивает вас к действию, да, скорее вас очаровывает. Надо рассчитывать на себя. Любовники, хорошая карта для здоровья, равновесия, эмоциональный такой прилив радости, хорошая карта для разного рода заболеваний, связанных с женскими, мужскими органами. Любовники это также какое-то эротическое приключение с таким позитивным, теплым влиянием на вашу жизнь, на ваше здоровье. В целом, хорошая работа парных органов. В личной жизни веселье, легкий флирт, развлечения, хлопоты с детьми. Все это такое вот имеет приходящий характер. Возможно, оно несерьезное. Скорее всего, что несерьезное. Вот так вот. Ну, это и для одиноких, и для семейных. Легкое развлечение. А, конец недели. Это сама рыба, мужчина, король кубков. Вы выпали в хорошем здравии, настроении. Это самое главное. Полной энергии, позитивных эмоций. Для женщин рыба это ваш мужчина, любовник, бабник. Где-то он такой вот веселый, заботливый. И в нем масса позитивных качеств. Знакомство с таким мужчиной для одиноких, для остальных это проявление вашего мужчины в данном качестве. Идет Овен. Овен входит в состояние праздника, полноты сил, опора на род, на свою семью, на ваше окружение, которое вам симпатизирует, всячески поддерживает. Посещение какого-то праздника или предвкушение праздника, семейного, свадьба, день рождения. День рождения уже Овнов закончились. Ну вот. По работе, по деньгам, получение долгожданной прибыли, которая, возможно, вышли либо очень долго, либо очень трудно. Однако это все равно карта больших денег, большой выгоды. Также можно начинать какие-то дела, связанные с деньгами, но это будет долго. Сразу говорю, что это выгодно, но понадобится время.
В вашем окружении, в вашем социуме человек очень умный, очень талантливый, но он в первую очередь думает о себе. Также эта карта совет вести вам также себя лично, либо вас, либо вы будете манипулировать этим человеком, либо вами будут манипулировать. Обратите на это внимание. По-другому не получится, что у вас столкновение. Король жезлов. Кстати, для женщин это может быть такое знакомство на каком-то мероприятии, через близких, через друзей, но этот мужчина на такой хитрый мах. Он умеет манипулировать и подчинять. Состояние здоровья неплохое, однако вы можете переоценить свое состояние по королю жезлов. То есть получить какое-то переутомление, возможно, перегнуть палку в каких-то процедурах, потому что король огня, да? Не переусердствуйте. А также там для женщин может такое вот горячая страсть возникнуть на пути. Прям он привлекает вас туда, в интим. Это сам мужчина Овен, уже говорю, что в прекрасном состоянии, даже чуть-чуть переоценивает свои силы физические. Что за этим следует? Переутомление, может быть, забыть поесть, попить, поспать, говорится, весь горит. В личной жизни пришли активность, люди или отношения, которые давно никак себя не проявляли, или ждали вы, как кто-то приедет, кто-то получит визу, кто-то, наконец, примет какое-то решение. Вот этот момент наступил на этой неделе. И конец недели еще будете предаваться разного рода обсуждениям. Также вас могут осуждать за спиной. Овен вообще такой не обращает внимания ни на кого. Один из знаков, который идет на пролом. Чужое мнение постольку поскольку. Ну, часто попадает под прицел таких вот сплетен. Телец. Всадник мечей. Раздражение. Много каких-то известий, которые вас тревожат. Вы с ним это обсуждаете. Возможно, какие-то люди, которые пытаются все-таки подвинуть ваши интересы. В том числе опасайтесь всяких штрафов, дополнительных каких-то претензий по работе. Интересно, чудесная карта. Изобилие. Работа – это также денежная сфера для тех, кто, может, не работает, учится, или не работает и не учится на пенсии, кажется, все что угодно. Это карта новых идей, посредничества. Возможно, кто-то вас... Работа с клиентами, победа в конкуренции. Исключительно хорошая карта, где все дается вам на изобилии, на потоке, на приятных эмоциях, на лидерстве еще так. Хорошая карта для собеседования, вы побеждаете, вы нравитесь, вы очаровываете, вам отдают предпочтение. И также дополнительная прибыль, возможно, на фоне остальных каких-то выгод. Еще какая-то источник. Ваше окружение, отшельник, тайна, хитрый человек, непонятная ситуация, человек, который очень себе на уме. Если вы будете с кем-то работать или заключать сделку, поройте все, как говорится, всю информацию об этом человеке, об этом деле, потому что там может быть много неожиданного. Также эта карта, как совет, хорошо обращаться к разного рода магам, людям, скажем, с нетрадиционным взглядом на мир, магии, астрологии и прочих, кто вас там интересует. Кстати, вместе с иерофантом. Смотрите, иерофант – это высшая стадия развития, да, вообще духовного, любого познания, даже больше, чем маг. И он, благодаря этому иерофанту, у вас прекрасное состояние духа, здоровья. Также хороша карта для того, чтобы получить какую-то консультацию некого знатока, профессора. Особенно хорошо, если это мужчина, хотя это может быть и женщина иерофантом. Прохождение через некий ритуал. Хороша карта для разного рода омолаживающих, именно манипуляций, не операций. То есть вот советы, прохождение через какую-то духовную практику, телесную практику. Исключительно хорошее здоровье. По личной жизни
идет шаг вперед, шаг назад. Есть некоторый танец, который не позволяет вам как-то сближаться, но и отдаляться полностью тоже. То есть шаг вперед, шаг назад, улучшение, ухудшение, непонятка. Также, если вы одинокий телец, то у вас вот такая ситуация. Вы можете знакомиться, при этом люди непонятно себя ведут. То они приближаются, отдаляются еще под конец недели. Потеря, резкая потеря энергии, какой-то старый вопрос, который вам давно беспокоит, он вас прямо обессиливает. Вот, ну, вы все равно еще будете его решать и надеетесь на его решение. Наши близнецы. Любовники. Ну что, вот она, близнецовая очень карта. Блистаете в каком-то обществе, светских мероприятиях, выбор между двумя, внимание противоположного пола, женщины, мужчины, две, три и более. Ну, такая, в общем, карта. Отличное изобилие. Посмотрим, с чем она срезонирует. Рыцарь жезлов на по работе, по вашим денежным вопросам. Какая-то новая идея, сближение с человеком, который поражает ваше какое-то внимание. Хорошая карта для того, чтобы идти на собеседование. Вам идут навстречу, загораются, есть интерес к вам, к вашим услугам или к вашей работе. И также, если вы решаете свои денежные дела, что-то купить, продать, также появляется новый импульс, новый интерес, новый... Так, туз мечей. Социум, который неожиданный разворот в отношениях к каким-то ближайшим окружением. Это может быть ссора, которая давно зрела. Это может быть неожиданная информация о человеке, которая развернет ваши полностью отношения. Вообще туз мечей часто означает, ну, очень быстрый конец, да. То есть, если вы, может быть, это кого-то рассчитывает. Также будет, может, информация о чьей-то даже смерти, кто-то или при смерти из близких. Вот такое еще может. Что-то ситуация. Туз мечей быстрая, неожиданная и тревожная. Король жезлов перевел. По сути, состояние здоровья хорошее. Вы даже чувствуете подъем, даже переоцениваете ваши возможности в плане там. Хорошая, кстати, карта для того, чтобы худеть, участвовать в соревнованиях. Однако возможен как последствия после этого, как переутомление, упадок сил, потому что король жезлов, он перевернутый, слишком много энергии во что-то вкладывает. И потом идут отходники. Ваша личная жизнь. Ну что тут, рыцарь пентаклей. Тут, кстати, если женщинам карта, то для женщин тут просто куча каких-то мужчин, получается, и любовники. И тут король жезлов. Тут, рыцарь жезлов и король жезлов. И тут рыцарь пентаклей. Ну, кстати, полным ходом идут приключения. Мужчинам это такие вот события, соответствующие этим знаковым картам. И конец недели подвешено. Что-то подвешивается. Все так быстро намечалось. Такие быстрые движения. Много интересных событий в гуще каких-то общества, светской жизни. И вот раз привязанность. Прям что-то вас затягивается. Обязывает, вы вынуждены привязываться к этому событию, к этому делу. Раки. Раки что-то себе там крутят, мутят, ощущают за спиной какую-то говорильню, сплетни. Ну, посмотрим так. Раки часто сгущают краски в этом смысле, любят уходить в себя. Ну, давайте посмотрим, мучить. Ага, тройка кубков. По работе все, по денежным вопросам, по учебе все отлично. Вы блистаете каким-то своим талантом, затмеваете конкурентов, соперников. Также появляется в ваших каких-то поисках, продажа, покупка чего-либо. Новый прекрасный вариант, удача, прибыль из неизвестного, из дополнительного источника. Вообще в целом прибыль в любом деле, дополнительная причем. Вестник мечей перевернутый,
окружение. Ну, окружение очень раздражает, рака пугает, это даже несправедливое хейтерство, разного рода критика необоснованная. Это рака очень-очень сильно загоняет внутрь себя. Состояние здоровья хорошее, активное. Хороша, кстати, карта для того, чтобы улучшить внешность. Также любая активность физическая, в том числе участие в соревнованиях, особенно если вы какие-то видовые там соревнования, бодибилдинг, какой-то там там, где надо блистать, конкурсы красоты, модели. Вот, отличная карта. Также для любых профессий, для любых знаков рака, для любых людей знака рака, то есть хорошая карта повышенной активности. Похудение, красота, выглядите как огонь. Так, любовники, ну все, тут любовная любовь пошла. И тройка кубков, любовники говорят о том, что и королева жезлов, что рак особенно обаятельный, привлекательный. Понятно, что люди за спиной. Вот такой вот период вошли. И мужчины, и женщины, кстати, одинаково. У вас есть выбор, у вас появились новые воздыхатели, воздыхательницы последовательные. И начинается что-то интересное. Значит, и вестник жезлов, приятные известия, новые какие-то приключения вас влекут. Прям такая вот очень. Хотя рак почему-то переживает, что. Ну, конечно, будут говорить, если вы вошли по полосу, где вы в центре внимания, начинаются разговоры. Конечно же. Дальше наши левушки, рыжие головушки. Вот он, король жезлов, он и есть. Во всей своей красе, говорится, готов на бедокуре. То, что король жезлов у нас проявляет свою красоту, свое обаяние там, где надо, и там, где не надо. В общем, готов очаровать весь мир, выложиться перед всеми. Дальше идет, что у нас? Потеря энергии. То есть яркое, интересное событие это для женщин. Также это может быть мужчина, который вас очень сильно привлекает. Ну, немножко это пустышка потом, да, кажется. Ладно. Принцесса, так, по работе. Деньги, вложения. Вас тревожит это, что вы делаете. Особенно, если вы вкладываете какой-то товар, какой-то имущество, немножко оно тормозит, немножко не так выгодно. Также любое собеседование или продажа имущества, то есть это все, что связано с вашими деньгами, даже если вы не работаете, не там даже не работаете, не учитесь, это тревожит. Так что какое-то понижение акций. При собеседовании может оказаться, что не столь выгодна эта работа оказалась. То есть вот такое вот уходит потихонечку. Выгода снижается. Так, в вашем окружении, ну, сила, обаятельная, привлекательная. Лева, львица, в центре внимания, как они умеют и любят подчинять себе людей. Люди делают то, что вам нравится. Вы можете своротить горы, да. То есть все, что вы будете делать в государственных органах, влиять как-то на людей, на социум, выступать, может быть, перед какой-то толпой. Все это пройдет крайне удачно. Крайне удачно. Королева жезлов. Прекрасное самочувствие. Оно больше, скажем так, переоцененное. Все-таки львицы или львы могут переоценить свое физическое состояние и потом страдать от какого-то отходняка, да, что-то слишком хапануть, слишком выложиться, да, это свойственно, кстати, знаком огня сгорать. Пошел где-то пережать в похудениях, переусердствовать в приседаниях, вот, а потом будет больно, да. По сути, все равно это хорошая карта, просто берегите себя, не переусердствуйте. И в личной жизни тройка жезлов. Ну что, вы, знаю, думаете над своим решением, вы же, собственно говоря, его приняли, но не действуете. Вот не действуете. Также это может быть ваше отношение с партнером, где уже все ясно, все понятно. Вы ждете этих действий. Львицы. То есть пора задумчивости, пора рассуждений, пора
Бездействие, вот скорее ожидание. Ничего не происходит, а хотелось бы. Вы знаете точно, что вам хотелось. Важно. Ну, выход из кризиса. То есть вы чувствуете, что кризисный период закончился, какая-то проблема уже решена, вы уже больше не связаны, не подвешены к ней. То есть это гора свалилась с плеч. Такой вот расклад на неделю 8-14 мая 2023 года. С вами была Графина. Все мои контакты под этим видео. До свидания.